Руслан Север presents. One, two, three, let's go! Руслан Север presents the best in dance music from around the world. It's just beginning. Вот и еще одна неделя пролетела. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Вы в компании диджея Руслана Севера ближайшие два часа. Это припати-шоу «Электрошок». Сегодня, впрочем, как всегда, огромное количество новой музыки вас ждет. Добро поймал себя на мысли, что давно так красиво с душой не открывал эфир, как сегодня. А все благодаря композиции Alley Cat, Walter Barry. Распечатывает «Электрошок» сегодня в компании Руслана Севера. Вы знаете, повторюсь, сегодня очень много интересной новой музыки вас ожидает. Большое количество замечательных релизов. Ну и в гостях настоящая живая легенда. Это диджей Умек. И еще одна большая новинка. Джерри Рапера, Том Нови, Don't Life. Ремикс от Себастьяна Драма и Роба Адамса. Cause I'm over you.
Hi, this is Sultan, and you're listening to Electroshock with DJ Severo. DJ Sever, twitter.com/RuslanSever. Основное общение проходит здесь, на Фейсбуке. Моя страница, к сожалению, по усмотрению администрации, временно заблокирована. Надеюсь, это временно. Итак, друзья, напомню, это припати-шоу «Электрошок». Вы в компании диджея Руслана Севера. Раз в неделю мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы настроиться на нужный лад. Впереди уикенд.
новый термоядер от лидера танцевального фронта. Это припати шоу «Электрошок». Раз в неделю в это время мы с вами встречаемся. Еще раз напомню, сегодня в гостях настоящая техно-легенда диджей Умек. В начале следующего часа в гостевой. А продолжаем вместе с шведской хаус-мафией. Свет увидел их новый релиз, который называется «Antidote». Turn that up, take it higher. Tear this mother up, start a riot. Don't stop, turn that up, take it higher. Tear this mother up, start a riot. There's a glitch inside my system, rushing through my whole existence. Got me twisted, can't resist it. Something's flipping on my switches. Take them, break them, make them feel it. Mix it up and mass appeal it. Pressure is riding me hard. Killer goes right to my heart, 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 heart. And there's no antidote, do, do, do. And there's no antidote, do, do, do. And there's no antidote, do, do, do. And there's no antidote, do, 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 do. Electroshock. This is Jocelyn Summer. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Zemmer presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Это припати шоу Electroshock.
раз в неделю в это время мы вместе. Меня зовут диджей Руслан Север. Я представляю самые горячие релизы недели. Такие релизы называю очень ёмко. Шедевр. Pop Culture. Так назывался Mashup Made On. Позади вы в компании диджея Руслана Севера. И еще раз хочу напомнить, что в начале следующего часа в гостевой живая техно-легенда из Словении — это диджей Умек. Every week Руслан Север presents the best dance track. Best house releases of the week for you right now. Еще одна горячая работа. На этот раз от очень звездной команды Эрика Марила, Харри Ромеро и Джосе Нунса. Грави! What you feel, you can live. What you need. We'll be right back.
Thank you.
Это припати-шоу «Электрошок». Меня зовут диджей Руслан Север. Еще раз говорю, здравствуйте. Позади ремикс от Томми Трэша на Стива Форта Рио и Линдси Рэй. «Сламбэ». Так называлась композиция. А прямо сейчас хочу представить новую работу Сандера Ван Дорна. Он ее записал совместно с Лейтбэк Люком. Но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Информация будет очень интересна любителям дач-хауса. На прошлой неделе стартовал новый проект программы «Электрошок», который называется «Герой месяца». Самые яркие продюсеры, те люди, которые заняли за последнее время лидирующие строчки в чартах, появляются в этом разделе программы. И героем ноября по версии программы «Электрошок» стал диджей Чаки. Эксклюзивно слушайте на promodj.ru. Хочу напомнить, что в начале следующего часа в гостях диджей Умек. Electric Shock.
продолжении программы. Новый релиз от Майкла Вудса. Last Day on Earth. Let's go! It's Electroshock. Руслан Север presents. One, two, three, let's go! Руслан Север presents the best in dance music from around the world. It's just beginning. Руслан Север! Итак, через 5 минут у меня в гостях диджей Умек. Эксклюзивный сет и интервью вас ожидает. Пока же хочу напомнить о том, что общаюсь с вами vkontakte.ru/djsever, twitter.com/ruslansever. Итак, первый час закрывает работа от Denzel Park, Nameless. Кручу оригинальную версию. Еще раз напоминаю, гостевая. Сразу после диджей Умек. We'll be right back.
Electroshock. Руслан Север presents. One, two, three, let's go! Руслан Север presents the best in dance music from around the world. Добрый вечер. Это припати-шоу «Электрошок». И вторую половину программы открывает гостевая. Сегодня в гостях у шоу впервые диджей из Словении. Это Умек, рожденный в середине 70-х в Словении, ставший настоящей звездой уже в середине 90-х. Талант-инноватор, который не сдает свои позиции на протяжении многих лет. Самым ярким подтверждением моих слов является то, что он является, можно так сказать, десятилетним резидентом топа 100 лучших диск-жокеев мира. О нем можно часами рассказывать, его биография, собственно, как и дискография, тянет, можно сказать, на книгу. Но несколько основных моментов я все-таки постараюсь выудить из этого списка регалий, славы и достижений. Во-первых, миру он известен под различными псевдонимами. Поклонникам электро, как Zeta Reticula, любителям колбасного техно под псевдонимом Umek и Recycled Loops. В этом проекте, кстати, принимает участие еще одна словенская знаменитость — Валентина Казияни. А любителям более хаусовой музыки он знаком под псевдонимами Кэму и Момпс. Но настоящая известность к нему пришла только, когда вышла очередная пластинка Умека — Getex. С тех пор этот трек неоднократно переиздавался и лицензировался. Его даже лицензировал известный диджей Тиесто для английского техноподразделения Black Hole. До появления Умека на танцевальной сцене в мире считалось, что техно-музыка записывается только в двух странах — Германии и в США в Детройте. Но таково положение вещей было только до появления Умека. Мировая популярность и гастроли по всей планете не остудили творческий пыл Умека. С каждым годом он привносит все новое на танцевальную сцену. На сегодняшний день он умудряется управлять двумя своими лейблами, гастролировать и работать на студии, выпуская один релиз круче другого. Его старания приносят плоды в виде звания лучшего техно-диск-жокея планеты по версии Beatport в прошлом году. В общем мировом рейтинге DJ Mag он занял третью позицию среди техно-диск-жокеев. Этот год он снова номинирован Битпортом как один из лучших продюсеров наряду с Дэвидом Гетта, Дэдмаусом, Марком Кнайтом. А весной 2011 года в свет вышел документальный фильм под названием «Техно-тяжеловесы. Умек и Карл Кокс. Спина к спине». Итак, встречаем DJ Умек. Hi, Umek. Привет, Умек. Слушай, что ты чувствуешь, когда тебя называют техно-легендой? Я чувствую себя очень хорошо. Единственное, хочу сказать, что есть большие легенды в нашем мире. Такие, как Хуан Эткинс, Дерек Мэй и все парни, которые записывали Детройт Техно. Да, я с тобой согласен, но отчасти. Слушай, Умек звучит очень по-славянски.
по-словенски. Это действительно твоя фамилия? Умык – это настоящая фамилия моей семьи. Это звучит очень по-словенски. Я использовал много имен, когда записывал музыку. Но самые популярные, наверное, Зита Ратикула, Альба Патера и многие другие. Их очень много. Последний раз под псевдонимом я выпускал музыку 5 лет назад. Сейчас я использую только свое настоящее имя. Знаешь, ты столько выпускаешь релизов, такое огромное количество, я даже не представляю, есть ли у тебя время вообще на жизнь? Я всегда нахожусь на студии. Я даже в самолетах не сплю. Перелеты занимают очень много времени. И это еще одна возможность поработать над своей музыкой. Со мной всегда мой компьютер. Несмотря на это, у меня есть хобби. Я очень люблю сноуборд, катаюсь на велосипеде, ну и, конечно же, еще и спортзал. Окей, круто. Знаешь, мне показалось, что последние твои релизы стали более хаусовыми. Что изменилось в тебе и чего нам ожидать в ближайшем будущем? Мне кажется, что в музыкальном плане в моей голове ничего не поменялось. Возможно, в последние 3 релиза, которые вышли, я вложил больше мелодики. Я даже не могу сейчас представить, чего можно ожидать от меня в будущем. Что я буду делать в творческом плане. Все происходит спонтанно, и именно это мне и нравится в творчестве. Сейчас очень много работ подготовлено, которые уже находятся в моем компьютере. Возможно, сейчас я стал немного более хаосовым, но это длится буквально несколько месяцев. Поверьте, во мне всегда сидит жесткий бит. Я заряжен на техно. Именно эта музыка меня вдохновляет. Знаешь, ты первый гость из Словении, поэтому следующий вопрос такого характера. Если я буду в вашей замечательной стране, где надо обязательно побывать? Если вы будете в Словении, то обязательно посетите Постойно Кейв. Там находится один из самых больших замков мира. Это не поддается описанию. Вы получите незабываемые впечатления. Следующее место, которое надо обязательно посетить, это озеро Блед. Это восхитительно красивое озеро, жемчужина Словении. Именно эти 2 места вам нужно обязательно посетить. Ну а если у вас будет свободное время, вы можете увидеть гораздо больше. Поверьте мне, Словения полна сюрпризов. Знаешь, мне кажется, наши языки похожи. Возможно, ты меня научишь каким-нибудь словам или фразам. Возможно, я пойму это даже без перевода. Хорошо, давайте я попробую. Это можно перевести как «Привет, меня зовут Умык, и сейчас мы записываем интервью». Но вам полезно запомнить эту фразу, которая означает «Дайте, пожалуйста, одно пиво». И вот еще. Это переводится как «Эй, привет, девчонки, как дела?» Слушай, ну круто. Теперь я готов к визиту в Словению на 100%. Слушай, а у тебя планы есть приехать к нам в гости? У меня есть в ближайших планах очень скоро появиться в России. В самом начале декабря. В первые выходные я буду выступать в Москве и Краснодаре. Я всегда с нетерпением жду своих выступлений в России, потому что всегда все проходит круто. И в завершение, возможно, вы это поймете. Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Я понимаю, что сейчас еще рано, но у меня не будет другой возможности. Это был диджей Умек. Отдельное ему спасибо. Далее слушаем сет, который он подготовил для слушателей программы «Электрошок».
not love. And his success in show business was met by failure in his personal relationship bag. Now, that's where he really bombed. And he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz, was bullshit. He became the uno game player, to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. A so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never known by his friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Giddy.
Это припати шоу «Электрошок». Еще раз говорю вам доброй ночи. Мы в компании диджея Руслана Севера. И сегодня в гостевой у нас диджей Умек. Настоящая техно-легенда, представляет в настоящее время свой сет. Хочу сказать, что ровно через 7 дней в это же время в гостевой будет звучать сет от ныне очень популярного, интересного, самобытного продюсера из Италии Луиджи Рока. We'll be right back.
Twisted. It's Electroshock. Гостевая в электрошоке позади. Диджей Юмек. Настоящая легенда. Сегодня принял участие. Друзья, напомню еще раз. Плейлисты, записи всех выпусков. Подкаст ruslansever.promodj.ru. Далее в программе тот раздел, который можно назвать хат-миксом. Вы знаете, я здесь стараюсь отражать те тенденции, которые приходят в танцевальную музыку. Что-то мне подсказывает, что танцевальная сцена вновь разворачивается к настоящему прогрессив хаусу.
я слышу такие релизы, у меня появляется жгучее желание оказаться на большом, на огромном танцполе среди тысяч позитивных людей. Вы знаете, удивительный продюсер в последнее время набирает обороты, его поддерживает очень активная Эрик Фриц, выпускает на своем лейбле Frida Friends его ремиксы и релизы. Это Джереми Аланде. Его ремейк на Digitalism и трек Circles практически позади. Итак, это припатишевый электрошок. Вы в компании Руслана Севера. И еще одна очень интересная работа. Ну, вы знаете, это уже классики. The Shape Shifters совместно с C-Dog записали трек, который называется Nothing But Love For You. The love I have, I got for you. The love you want, I got that too. The love you need, it's guaranteed. I got nothing but love for you. The love I have, I got for you. The love you want, I got that too. The love you need, baby, it's for free. I got nothing but love for you. Love, 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 love
прошлой неделе программа «Электрошок» запустила новый проект «Герой месяца». Его вы слушать можете эксклюзивно на promodj.ru, найдете на главной странице. Итак, героем ноября по версии программы «Электрошок» стал диджей Чаки. А далее в программе работа практически 5-летней давности. Знаете, пускай Music Like All Times сегодня поживет здесь. Это ремикс TV Rock и Duty South. Намак.
Don't get it twisted. It's Electroshock. This is Jocelyn Summer. One, two, three, let's go! Electroshock. Every week, Ruslan Zemmer presents the best dance tracks. Best house releases of the week for you right now. Завершается наша очередная встреча, увы. Большое спасибо, что были со мной все эти два часа в одной компании. Меня зовут диджей Руслан Север. И напоследок я хочу сказать кое-какую информацию о моих выступлениях. Ближайшая наша встреча произойдет в городе Туймазы и клубе «Центр». 9 декабря приглашаю в Москву и клуб «Нео», 10 в Тверь и клуб «Культура», 24-го. Итоговая вечеринка программы «Электрошок» в Уфе в клубе «Райс». Хочу напомнить, что плейлисты на ruslansever.promodj.ru, а также еще раз рассказать о нашем новом проекте Hero of the Month. Раз в месяц. По версии программы «Электрошок» мы выбираем героя месяца. Это, как правило, лидеры самых крупных мировых танцевальных чартов. Герой ноября – диджей Чаки. Слушайте «Герой месяца» эксклюзивно на promodj.ru.
большое спасибо вам за то, что были со мной эти два часа в компании. Добро пожаловать ровно через неделю вновь на припати-шоу «Электрошок». Я хочу вам пожелать, собственно говоря, это я делаю традиционно, отличных выходных дней, теплых компаний, чтобы все прошло на 5 с плюсом. Что ж, друзья, ровно через неделю у меня в гостях Луиджи Рока, ну и, как всегда, охапка самых свежих релизов. Диджей Руслан Север, программа «Электрошок». Чао! Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Twisted. It's Electric Shock.